Уважаемые кузнечане, мы отмечаем 76-ю годовщину Великой Победы. Именно столько лет назад подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии была поставлена победная точка в самой кровопролитной, жестокой войне в истории человечества. Воевать на фронтах, ковать победу в тылу, испытывать тяжкие лишения, горечь утрат тогда выпало всем, от мала до велика, каждой семье. Именно крайнее напряжение, объединение всех сил всего народа обеспечили нашей стране право выйти победителем той войне. Уже более 3/4 века отделяют нас от тех событий. В живых осталось совсем немного ветеранов, непосредственных участников Великой Отечественной войны, представителей удивительного по стойкости и преданности своей родине поколения героев и победителей. Наш долг каждый день своей жизни конкретными делами продолжать дело героических предков. Мы обязаны свято помнить, что независимость нашей страны, право на мирную, свободную жизнь – это великое достояние. Сохранить ее, передать эстафету поколений потомкам – наша первейшая гражданская и патриотическая обязанность. Уроки Великой Отечественной войны на фоне того, что сегодня происходит в мире, вокруг нашей страны, говорят об одном. У нас не должно быть иллюзий. Только сильная и уверенная в себе Россия с мощными вооруженными силами, единым, нацеленным на развитие страны народом, есть залог мирного сегодня и завтра для нас, наших внуков и детей. Как хорошо сказал поэт, помните, какой ценой завоевано счастье. Помните. Пожалуйста, помните. Вечная память всем, кто отдал свои жизни, защищая Отечество. Пусть будут неприступны границы нашей страны, крепки и железом, и решимостью ее защитников вооруженные силы России. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, овеянное знаменем победы. С Днем Великой Победы, уважаемые соотечественники!